На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. Такой увидел поэт русскую природу, и захотелось ему рассказать о ней в своих стихах. У каждого своя поэзия, и это русские мастерицы по-своему воспели красоту родного края. Как стихи из поколения в поколение слагались причудливые узоры и орнаменты. С годами старинное мастерство не стареет, приобретает новые краски и по-прежнему удивляет мир своей свежестью, красотой, оригинальностью. Тарусские вышивки повидали много стран. Скоро им предстоит еще одно далекое путешествие в Канаду, в Монреаль.